Друзья, с вами я, Супердог, и сегодня мы играем в игру Танки Онлайн, карта 2042, по-моему, да, 2042, если мне не ошибается память. Ну, вот мы начали играть очень активно, и мы видим, что... Что мы видим? А мы видим то, что противники уже атакуют, никакого построения не получилось, потому что, наверное, очень много новых игроков, которые не знают о нашей традиции. Со мной ведет бой Агор Аки. Агор, привет. Всем привет, привет, привет. Все не успевают построиться, начали активно играть. Все очень долго ждали бой. Вот, и поэтому очень хотят рвутся просто в бой. Ух ты, опять забрали наш флаг. Интересная карта. Я как-то очень давно начинала с этой карты свою игру в танке онлайн. Одна из первых карт, которая мне очень запомнилась. Ну да, 2042, она неплохая карта. Ай-яй-яй, я повисла на дереве. Эх, пришлось самоуничтожиться. Полная нора, так красиво бежала и так повисла на дереве. Ай-яй-яй, меня уронили. Тоже бывает. Флаг. Ну. Забрали. Ах ты. Ну, мы видим, что придется нам нарить, потому что не возвращайте, не возвращайте, потому что не возвращайте. Почему не возвращайте? А потому что у нас на нашей базе народ стоит? Да, 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 именно стоит. А у тебя есть лаги или только у меня? Да нет, у меня вроде все путем. Пытаюсь вывести наш ножочек. Смотрите аккуратно, здесь у нас приз пришел и еще рикошет. Акка обнаренный. Ну, у меня все вроде хорошо. Я противника стреляю, встречаю. Ну, еще сложности в том, что я достаточно плохо знаю эту карту и... А что я здесь знаю? Здесь достаточно легкая карта. Вот были карты, в которых мы играли. Там я вообще по полчаса каталась. А здесь все просто очень. Все просто, говоришь? Быть может, ты и права. Ну, наши понесли флаг, и я думаю, что если все хорошо, мы все-таки умудримся. А, да-да-да-да, мы умудрились все-таки. Елки-палки. Нажал не на ту кнопку. Счет 2-0. 2-0 в нашу пользу. Да. Вот где я сейчас появился. Я тебя нагну. Нагни, нагни. И если можно еще и пожарь. Нет, я могу только заморозить. А-а-а. Если бы еще не лаги, я бы, конечно... Ой, сейчас я, по-моему, помру. Так, ну вот этого надо кадра снять, потому что он очень сильно меня раздражает. Вот этот вот кадр. Умри. А сегодня с нами играет в нашей команде. Смотри, у нас в команде все друзья. И да, противоположные вот практически тоже, за исключением троих. Видим. Ну, видите, не получилось у меня представить друзей, потому что противники тут же открыли по мне огонь. Вдалеке мы видим, по-моему, на мамонте стоит Ака, который стоит и защищает свою базу. Молодец, что защищает. Да. Опа. У нас тоже, вот я вижу, кто-то в защите. Нео стоит в защите. Правильно, а все остальные катаются. А есть у нас медсестра на базе вообще? Есть? Ну, медсестра я пока вижу. Или не на базе, а вообще в команде. У нас рельсы. Ага, Ака ушел. Ака не пошел. Отходи. Нет, он пошел в атаку, и, соответственно, ну, это была его стратегическая ошибка, потому что, ну... Я думала, что он вообще ушел. Не-не-не-не-не, он ушел. Я опять зависла. В чем дело? Ага.
Смотрим, смотрим, наш флаг кто-то понес. А вот он флаг. Ай-яй-яй, какая прелесть, как хорошо, что игрок синей команды, красной команды, простите, просто затупил малеха. Это спасло нам жизнь и добавило счет 3-0. Блин, ну взяли, взяли, ладно. Вот у меня еще нара закончилась, это плохой признак. Так, я... А что наш тигр сделал не того, что его тут... Блин, расскажи твое... хоть, что случилось, потому что я где-то, наверное, подвисла, Ну, пока видим, что красные отобрали у нас флаг, наши пытаются его вернуть. Вот мы видим, что мы тоже успели забрать флаг. Вот, мы уже потеряли, я так понимаю, этот флаг. Да, и счет 3-1. Наконец-то ребята размочили этот счет. Ай. Вот я без медсестры-то нашей совсем-совсем плохой стал. Плохо тебе без медсестры, говорит, плохой совсем-совсем стал. Так. Просят до фриза поставить на флаг защиту. Ну, в принципе, логично. Хорошо, сейчас работаю. Один раз съезжу. Так, я стою на защите. Видите, я не могу, потому что у меня мало жизни, да, и, собственно говоря... Ух ты. Ну, тут еще и... Так, вперед, вперед. А, нет, там Ака стоит весь обнаренный, смысла никакого нету. У них на базе мины и обнаренные... У них Изида два фриза. Фриза. И это плохой... Плохой знак. Для нашей команды, да-да-да. Ничего. Да. Где наша не пропадала? Ну, смотрим, смотрим, смотрим. Что мы видим? Мы видим, что игрок из команды противников... Ты понаставил мины. Да, в этой игре я советую играть тем, у кого есть рельсы, шахты. То есть это очень офигенная карта для таких вот пух, потому что очень выгодно стать. И можно сдалека. Просто пухать, да? Да-да-да, сдалека можно просто простреливать всех и вся и. Но никто не сможет видеть. Вот смотри, вот меня, вот, собственно говоря, уже убили. Да, то есть вот они издалека не дают мне возможности выехать. Поэтому это очень удобно, очень классно. А мне деревья мешают, которые тут насадили вокруг флага. Ничего не видно. Деревья, могли, да. Могли бы убрать. Ну или, по крайней мере, чтобы их можно было давить. Да, если бы их можно было давить, то бы уже подавили всю карту. Видим, что красная команда играет на полной наре. Хотелось бы, пока вот мы играем, обратиться к всем тем, кто играет с нами, к нашим друзьям. Кому нравится, ребят, огромное спасибо, что вы смотрите наши каналы. Наш канал, наши игры, то есть, ну, очень приятно. И... Ну, смотри, что творится, там же... обратиться к тем, кому не нравится наше творчество. Ребята, как бы, если вам не нравится наше творчество, пожалуйста, не смотрите наше видео и не напрягайте себя и нас. Ну, это так, для ремарки. Там меня и не напрягает, пусть смотрят, не смотрят, это их личное дело. Ну, собственно говоря, да, то есть, просто я хотел сказать о том, что я не буду прогибаться, наклоняться под каждого, поэтому... Если кому-то нравится, ну, значит, хорошо. Кому-то, если не нравится, ну, значит, тоже. То мы вам в спину уже плюнули. Блин, смотри, а тут этих мин просто трубец сколько. А мы тоже не далеко отходим. Минки тут ставлю себе. Ну, такой приятный уголок, можно тут сесть, кофе попить. Там понаставлены мины, там просто... Ну, ужас. Тогда вам нужно идти целой кучкой, могучкой в атаку. Да, вот именно кучкой-могучкой. Потому что других вариантов у нас просто нету. Ну, видишь, они не атакуют нас.
Они просто они стоят. Атакуют меня, просто берут, да. Атакуют меня. Вот я все с ними. Потом пишут, я убил Дога. Да не говори. Я взял шкуру. Ну что там? Кто там идет в атаку? А вот тигр, тигрулик взял наш флаг, это здорово. Ой, противника флаг, да, это классно. Я отвлек Аку на себя. И он потерял его. Да, обидно. Да, обидно, очень. Ну, я постараюсь, пока команда красных. Вот видите, как о чем я говорил вам изначально. Очень офигенно играть на рельсах. Рельсы это просто бомбезно. Они рулят. Просто рулят. Так, вот мы захватили. Блин, да это дерево, твою мать. Я же говорю, деревья полосатили. Через эту ямку, через этот, боже мой, как сказать правильно, там, где вот эстакада, снизу. О, Нео доставил. Нео молодец. Классный был маневр, и мы отвлекли Акку. И... Это было круто. Да, и пока, если видим, что у противника там появилась брешь, ну, мое мнение, надо быстренько этой брешью... Хватать и бежать! Нет, пользуются. Они не заминировали, понимаешь, в чем дело? Они еще не заминировали. Соответственно... Давай. Кто-то взял наш флаг. Ой, их тут много, очень много. Ребята, пожалуйста, кто-нибудь. Помогите. Где они флаг-то нас они несут? Они вот, прям возле, прям а возле. Где флаг? Так где они его несут? Снизу, они сверху? Они его еще нигде не несут. Они его еще так, даже... Наш флаг... Он торчит вот здесь вот как... Я не знаю, где? Что где. Что где? Так хочется сказать, в Караганде. Ну, в общем, плохо. То есть, вот, здесь... в общем, все померли, а остался противник с флагом. А ихний флаг где? У нас на базе. Господи, что ж так все сложно? Потерял вражеский флаг. А наш флаг где? Вот на этот вопрос я тебе не отвечу. На данный момент. Ну, тигр не успевает, видишь. А, нет, тигр успевает, но... Ах, сняли. Наш флаг тоже где-то тусуется по карте, где-то его уже... Да, Гора, ты хреново, что не сказала. Где он? То есть я мог потому что это... я не видела. Я до последнего смаксывала и пылесосила врага. Потом я умерла и родилась, как всегда, на куличках. Поэтому, что сказать тебе? Давай. Возвратили вражеский флаг. И взял, оставил. Наш флаг доставили, 2-4 счет. Вот плохо, что вы меня одну оставляете на базе, потому что пришли пару человек, особенно когда идет впереди обнаренный фриз, и его подкачивать не будет. Я, конечно же, как могу тут держусь, но... Я иду снизу под яму, пожалуйста, встретьте меня. На мне висит вражеский флаг. Противник. Да-да-да. Он пока приморожен. Пока, но это... У меня закончилась нара. Зато у меня она есть. Давайте, добивайте его, ну. Мы его и так добиваем. Ну, же, верните флаг. Да возвращаем, очень торопимся. Зараза. А, у меня закончилась батарейка. Есть. Вернули, ставь. Да, конечно, очень хорошо, когда вернули, ставь, когда тут Ака уже появился. Как вы херово играете, блин, ну это просто не херово песня. Играем. Очень херово, очень Агора, очень херово-херово. Ну, значит, очень херово-херово. Блин, сейчас я умру. Съешь аптеку. У меня нет, я ее только что съел. Давай без нервов, без суеты, потому что всякое бывает, вот. Херово, не херово, играем как можем. Херово, кстати, хер, если перевести, я интересовался, это оказывается, если перевести по-русски, херово это божественно. Ну, ты знаешь, хер-майор может, это товарищ командир, может, мой может бог. Может быть это и божественно, но в нашем понимании это такая херня, вот такая, знаешь, вот. Короче,
Я о великом тебе, о горе, а ты, как всегда, о земном. Да, я о земном. О херах. Или хернях. Да, 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 что-то из этого вот. Да, отходи. Все, ребятки, помогите, елки-палки. А, меня отвлекли, и я тут прощелкала варежкой вообще, проморгала. Ну, так давай рождайся и... Родилась. Знаешь где? В Караганде. Очень далеко отсюда. Пока догребут, а Акка уже 8 раз наш флаг унесет. О, блин. Грибу гребалками. Ну. У нас на базе, блин, это просто ужас, что творится. Ничего, в базе все хорошо. А наш флаг где? У Акки. Акка. Дружок. Я его вижу. Так давай, постарайся, чтобы он... Ну что мне ему? Я не знаю, что ему есть. Я-ха-ху! Догадайся, кто вернул? Ну, я думаю, какой-то посторонний, да? Ваш покорный слуга. Покорная слуга. Есть, все, я на последнем месте. Ну, поздравляю всех с игрой. С вами были Супердог Агора, игра Танки Онлайн, карта 2042. Мы вам здесь показали эту карту, как могли. Всем, кому понравилось, подписывайтесь. Кому не понравилось, не подписывайтесь. И до новых встреч, до новых игр. Пока. Пока-пока.